Ребята, всем доброго времени суток. Сделали вот такой вот дымосос для твердотопливного котла. Сейчас будем пробовать, как он у нас будет тянуть на нашем котле. То есть котел у нас 159-я труба стоит. Сейчас выпилим дырку в трубе и встроим. Очень хорошая штука. Сейчас вам покажем, что и как вообще, для чего он нужен. Разметили окно, где нам надо сделать отверстие. Сейчас выпилим сюда дымосос, вставляем накладной, будет дымосос у нас, как я и показывал. Дыма не будет по-любому. То есть вот такой дымососик у нас своего производства личного. Выпилили. Хотя у нас печь уже затухание уходит. То есть вот такой вот все. Труба у нас там отличная. Небольшой нагарчик есть. Дальше у нас вот так вот он станет у нас. Двигатель. Может, мы его постараемся, может, блок управления прицепить. Сейчас посмотрим, испытаем. То есть он у нас вот так вот встает. Вот, отлично. Вот. С отверстием все совпадает. Плотненько. Их не показать. Вот, будет плотненько. Все будет отлично. Мы покажем, для чего он нужен сейчас. Подключили дымосос, получается. Ну, тянет. Вроде бы. То есть нормально тянет. Сейчас даже еще раз зажгем немножечко. Потом откроем. То есть чуть-чуть растопили. Вау. Тяга неплохая. Все вот так вот. Вот он дымосос. Получается. Дымосос работает. Ну, конечно, если включить вентилятор принудительно, то есть тогда дымосос будет захлебаться. О, видите? Не успевает теперь. Немного. То есть вентилятор чуть помощнее, по идее, надо. А так нормально тянет. То есть для будырусов магнум котлы. То есть пойдет. Все, так эксперименты прошли. Нормальный дымосос.